Здорово, товарищи! Сегодня у нас блюдо бедных бедуинов. Есть такая штучка, называется она кускус. Такие маленькие зернышки, которые очень-очень вкусны. Возьмем мы так два красных перчика, возьмем два желта. Горячий. Включим, значит, духовку. Ставим перчики сюда. Ну, мне кажется, штук 4 будет достаточно. Ставим это все в духовку на 230-40 градусов. У меня есть такие замечательные грибочки белые. Сейчас мы эту арабскую кухню немножко сделаем по-русски. Почистим эти наши грибочки, чтобы было без черва. Все, промоем хорошо. Грибочки порежем хорошими крупными кусками. Чем хороший кускус? Его не надо варить. Просто возьмете кипяток, зальете и оставите на примерно 10-15 минут. Сколько им надо, чтобы он выпил воду и чтобы он размягчился. Сейчас, пока у нас кускус растет, мы перво возьмем морковь одну. Так, кажется, что будет достаточно. Порежем это так, соломком. Это нам будет достаточно. Все это затащим в одну миску. Возьмем одну сковородку. Вы знаете, что бедуины живут в пустыне, там нет подсолнечников, там нет кукурузов, а только одни оливки и маслины, поэтому только исключительно оливковое масло. Сюда добавим белые грибочки. И тут мы можем добавим немного морковки. Мы это все отправим на плиту, чтобы грибочки немножко обжарились и чтобы у нас морковка смягчилась. Пока грибочки нагреваются, мы порежем чеснока. У меня есть немного чабреца. Добавьте прямо сюда у кускус чабрец. Даст такой очень интересный, прекрасный вариант запаха. Сейчас возьмем одну ложку и посмотрим, что у нас получилось. Кускус промешает, чтобы он был такой хорошенький. Пока это все здесь у нас стоит, возьмем одну миску, в которой добавим чеснок. Порежем мелко петрушку. Зеленое то очень хорошо. Добавим и тут оливковое масло. Промешаем. Пока у нас грибочки жарятся, добавим сюда немного лимона. Товарищи араби очень любят добавляют острый перец в блюдо. Не один, а даже два. Будет то, что надо. Сейчас мы то добавим к нашим грибочкам. Все это мы смешаем. Посмотрим, чего творится с нашим перчиком. Это уже то, что надо. Возьмите тряпку. Это выключите. И пока наш перчик горячий, закроем и это все с какой-то тарелкой, чтобы он напарился. Когда у нас перчик напарится, будет легко с него снимать кожу. Наши грибочки, морковка и острый перец, все то мы положим в оливковое масло с чесноком и свободно это масло сюда. Все это мы смешаем. Добавим немножко сельдерея. Так, чуть-чуть, чтобы сельдерей дал замечательный аромат. Конечно, сюда. Если вы заметили, сковородку я не мою. Ставлю чуть-чуть, прохладает. Чтобы блюдо у нас не было пустое, мы возьмем креветки. Все это отправим на нашу сковородку. Вернемся на плиту коротко, скажем, 3-4 минуты, чтобы у нас креветочки получили такой красный цвет.
Бирюм наши креветочки, такие хорошенькие, обжаренные, значит, присоединяем к нашему соусу. И сейчас нам надо все это хорошо промешать, чтобы опять горячие креветки вытащили аромат из нашего чеснока с грибами. Ставим наш кускус в одну более глубокую посуду. Он уже такой мягкенький, то что надо. Затем все это так немножко сделайте, чтобы не клеилось, чтобы не были эти шарики. Добавите сюда соус. Сейчас оливковое масло упаднет вниз, и наш кускус более становится вкусным. Возьмем, значит, соль крупную, морскую, посолим. Все это опять смешим, оставим, чтобы соль таяла. И сейчас займемся перчиком. Как можно заметить, перчик, который мы накрыли, кожа уже потихоньку отходит. Так, снимаем кожу. Можно, конечно, да, оставить и на несколько минут, чтобы прохладало. Как снимите кожу, это должно быть как морковка, такая тоненькая соломка. И добавляем к нашему кусикусу. Я вам не рекомендую, чтобы к этому блюду добавляли зеленый перец. Он горький, но дала красоты, дала цвета, всегда можно использовать, значит, кроме желтого и красного и оранжевого. Добавить чуть винного уксуса. Это даст такой кислый и ярче вкус. Еще раз промешаем. Я возьму чашку. Со всех сторон смажу оливковое масло. Заполним кускусом чашку. И просто так поверну на тарелку. Добавим сюда кудрявые петрушки. Еще немного оливкового масла. Еда бедных бедуинов, пустинский вариант с добавками российских ингредиентов в сербском варианту. Спасибо, чао.